7 декабря в Одинцовском гуманитарном институте состоялся очередной день открытых дверей. И как уже вошло в традицию, ребята с учителями и родителями дружно съехались со всего Одинцовского района для того, чтобы воочию видеть институт и колледж. Они на коротке пообщались со студентами, которые в качестве экскурсоводов водили ребят по корпусам и факультетам. Задали свои многочисленные вопросы деканам, а родители с большим интересом знакомились с подготовительным отделением и пообщались с его заведующей Мариной Вячеславовной Воробьевой. Первый проректор АГИ Наталья Владимировна Шарафутдинова познакомила ребят с основными событиями по лицензированию и аккредитации новых специальностей, на которые начнется набор уже осенью 2014 года. В этом году действительно на многие направления подготовки у нас был конкурс, и мы, естественно, ждем подготовленных абитуриентов, которые показывают достаточно высокие баллы по ЕГЭ. Интересна нам та аудитория, которая с удовольствием бы получала новые знания, с удовольствием бы приходила в стены нашего института с отдачей, занималась бы научными исследованиями, занималась бы учебной работой, внеаудиторной деятельностью, вот чтобы жили полной жизнью. Вот когда у студентов горят глаза, когда они с удовольствием приходят в институт, наверное, всем нам интереснее работать именно с такими, с такой молодежью. Но, естественно, не только молодых людей мы хотим видеть в стенах нашего института. Нам очень интересно работать с людьми, которые имеют колоссальный опыт практической работы и приходят получать второе высшее образование, поступают к нам в магистратуру, в аспирантуру. Мы сейчас пересмотрели график взаимодействия с данными категориями людей и предлагаем им обучаться по субботам и по некоторым рабочим дням по вечерам, то есть чтобы люди могли совмещать работу с учебой и, конечно, получать такие актуальные знания, современные знания, дополнительные знания в стенах нашего института. Мы очень стараемся подобрать такой профессорско-преподавательский состав, чтобы люди практики, люди с опытом работы с удовольствием общались с нашими профессорами, с нашими докторами наук. Предложим много очень теоретических новинок исследований научных, результатов вот таких трудов. С энтузиазмом, посмотрев фильм об институте, более 1200 школьников разошлись на факультеты и кафедры, а девятиклассники организованно переместились в колледж АГИ. Безусловный интерес вызвали у гостей условия, в которых занимаются наши студенты, возможности занятия спортом и творчеством. На эти вопросы им отвечали и сами старшекурсники, члены студсовета, и их наставник Лариса Борисовна Янсюкевич. Сегодня в Одинцовском гуманитарном институте день открытых дверей. Мы рады приветствовать всех старшеклассников, которые рассматривают наш институт как место своего дальнейшего обучения. Но мне хочется сказать о том, что наши студенты не только прекрасно учатся, участвуют в большом количестве научных кружков, научных конференций, но и проводят очень интересно свою внеаудиторную жизнь. Наши студенты активно готовятся к новогодним праздникам, будут участвовать в елках, которые пройдут на базе нашего спортивного центра. Будет очень интересно, много сюрпризов. Пожалуйста, приходите и на елки. Мы ждем студентов активных, позитивных, креативных, способных дальше развивать наш молодой, но перспективный вуз. Добро пожаловать к нам! Дни открытых дверей проходят в году не один раз. Следующее мероприятие пройдет уже после Нового года. А 10 декабря в ДЦКЗ «Мечта» АГИ примет участие в ярмарке вакансий и рабочих мест. Татьяна Мироненко, Георгий Бондарь, Сергей Латошин, Одинцовский гуманитарный институт.